Доброго дня! З вами команда «Автовантаж», і ми займаємося автомобілями. Одною з наших опцій є привезення авто зі страхових аукціонів США, продаж в морі або під замовлення. Цей ринок представлений бензиновими двигунами, широким вибором, гарною базою даних про історію автомобілів. До вашої уваги один із таких варіантів сьогодні на каналі. Приветствую всех, вы на канале Автовантаж. Сегодня нам прибыл автомобиль, это Toyota Prius, 19-й год, 150 тысяч пробега, с ударом в правую сторону. Вот такой вот автомобиль. Сейчас я покажу все повреждения. Вот так это выглядит, завалено колесо. А усилитель, передок весь целый. Здесь, ну сейчас мы его там поднимем. Получается, удар пришелся в эту сторону. Крыло под замену, бампер под замену. Усилитель, ну чуть-чуть придется тут где-то подровнять, подрихтовать. По ходовой части что-то по-любому есть, завалено колесо. Надо будет менять рычаги, уверен в этом. И все сопутствующие штуки стабилизатора, наконечники и так далее, в любом случае. И если не ошибаюсь, он по касательной прошел на правую сторону. Возможно, здесь будет, как по нашему BMW, удар и правую сторону. Хотя здесь стоит автомобиль ровно в арке. Давайте еще осмотрим здесь. Получается, подкрылок на месте, направляющая бампера на месте, фара... Ну, крепления, скорее всего, отломаны. Так, еще раз. Так, крепления, скорее всего, отломаны. Но повреждений корпуса не вижу. Повреждений корпуса не вижу. Так, радиатор кондиционера на месте. Усилитель с этой стороны не погнут. Смотрим дальше, смотрим дальше. Плафон зеркала бокового вида в порядке. Так, летняя резина. Здесь у нас все неплохо. Так, пластиковая накладка, небольшое повреждение отошла от удара. Здесь тоже все понятно. Небольшие царапины на бампере. Так, плафон. Плафон задних фонарей весь на месте. Так, красивые здесь стоят фары. Хорошо, что они на месте. Так, дальше. Плафон на месте. Сейчас попробуем открыть ключ. Здесь колесо у нас не завалено, все в порядке. Думаю, с задней частью в итоге как и ничего страшного. Здесь все у нас ровно, полностью. Здесь тоже ничего не поведено, кузов не поведен, никаких не требуется, наверное, рихтовок. Сейчас мы откроем. Ага, она открыта, отлично. Открыли мы дверь, никаких скрипов, заломов. Здесь я не вижу. Салону сейчас мы перейдем чуть позже. Так, здесь у нас тоже никаких заломов нет. Дверки открываются ровно. Ничего не сложилось. Проемы все будут целые. Это радует. Сейчас мы пробежимся еще по непосредственно кузову. Тоже его пропикаем. Так. Опача, залазим наверх. Крыша целая. Прошлое BMW, кстати, у нас пришло с заломанной крышей. Нам пришлось потратить на это, по нашим суперзнакомствам, $300 на ее ПДР, выравнивание, вытягивание без перекраса, потому что крыша — это важно. Крыша — это минус 10% стоимости, как минимум, и так далее. Ладно, перейдем дальше к салону. Салон в целом неплохой, повреждений особых не вижу, это все очистится. Так, ну, понятно, что загрязнение. Сложенный бампер, сложенный нижняя губа пластиковая. Посмотрим. Так, коробка передач. Ага, диск этот один, который отлетел. Так, бардачок. Бардачок закрывается. Здесь, ну, понятно, загрязнено. Небольшие царапки, тут все чистенько, надо просто почистить, никаких
повреждений нет. На руле есть небольшая такая коцанка, в остальном руль в хорошем состоянии, приятном. Белый пластик, интересно смотрится. Так, монитор целый, потолок. Потолок, в принципе, есть небольшие загрязнения, надо чистить. Надо делать химчистку, есть небольшие потертости, но не критично. Не критично. Так, надо чистить. Здесь у нас положу подкрылок сюда. Кожа не поцарапана. Есть там вмятинки, но не поцарапана. Так, отлично. Безопасность у нас на месте. Опаньки, опа. Так, здесь у нас безопасность на месте. Все неплохо. Так, откроем капот. Заводить автомобиль мы не будем. Этот автомобиль сейчас направляется, будет направляться в город Черкассы, там разгружаться. То есть были у нас моменты, что автомобили заводили на ходу, но так как есть нюансы, когда погрузчиками их... В портах перекидывают, рвут шланги патрубков. У нас на BMW порвали, к сожалению, пришлось снимать бак и менять патрубок. Также гнут задние рычаги, которые на двух бэхах у нас тоже погнуты. Здесь, я думаю, та же самая ситуация. И также может быть нюансы с мотором, может быть не быть масла, может быть не быть еще там всего-всего. В связи с этим заводить автомобиль мы не будем, потому что могут быть нюансы. Так, антифриз на минимуме. КБшка родная. Ага. 45-ка очень маленькая. Ну, понятно, тут, в принципе, ДВС с электро. Может быть, он тут большой не нужен. Так, радиатор выглядит почти как новый. Надо все тут будет почистить и так далее. Так, есть чуб. Надо с той стороны мне подойти. Сейчас, опа. Так, сейчас я... Сейчас я гляну. Он дивится, тут масло чи эмульсия? Вот я же хотел вытащить. Не масло. Да не, масло. Масло есть, уверен. Масло есть? Так, надо как-то мне забраться, да, антифриз на минимуме. Масло есть, но... Стой. Нет, тоже. Тримай. Да. Но заводить мы все равно не будем, мы же сразу будем заводить на СТО, потому что мало ли какие-то вдруг есть нюансы еще здесь. Тем более это плагин, как бы и электрика, и ДВС, поэтому лучше сразу разгружать ее на СТО и сразу заводить. Ну, в принципе, по удару не все так как бы печально. Лоджерон на месте. В принципе, не так все. Так, антифриз тоже на месте. Ну, короче, жидкостя, в принципе, все, как говорится, имеются. Опа. Так, все, закрыли мы здесь, да? Так, крыло, направляющее, ну, вот это вот придется... Ну, это типа, как бы, часть лоджерона. Ну да, есть, чуть-чуть есть удар в лоджерон. Чуть-чуть, может быть, придется подвыправить. Но в любом случае, это не критично. Я думаю, что он даже не ушел никуда. Тут просто небольшой вот удар. И все. Ну и с этой стороны тоже придется поменять, скорее всего, вот эту вот направляющую. Ну, не могу сказать, что прям супер критичный удар. То есть на моей Audi, конечно, было гораздо все тяжелее, но по ходовой здесь будет однозначно момент. Вот есть переживание, что могли рычаги ударить там, допустим, по коробке. То есть вот здесь вот есть как бы небольшой нюанс и переживание, потому что мы уже понимаем, что такие удары, когда ходовая завалена колесо, это значит, что там что ушла полуось, ушли рычаги, и куда они ушли, нужно только догадываться. Я думаю, вы меня все прекрасно понимаете. Так, давайте по салону еще раз. Карты у нас в целом в хорошем состоянии. Не буду вытаскивать, тут так все забито, не хочу поцарапать потолок.
тут есть еще даже какие-то детали бампера. Возможно, он не весь разлетелся, но я думаю, что не, бампер, наверное, все-таки разлетелся. Да, нижняя часть все равно в замене. Так, надеюсь, что тут не повредится кожа, пока все как бы довольно-таки неплохо. Не хочу вытаскивать. Уже будут разгружать его в Черкасах. Есть. Непосредственно будущие хозяева этого прекрасного автомобиля. Эти два автомобиля. Так, есть небольшая царапка от кожи. Отдирать не буду, можно подклеить будет. Здесь есть тоже какие-то небольшие нюансы от бампера. Ну, конечно, это Америка. Похабно положили, не обернули. Конечно, в этом плане, блин, есть моменты. Тут такая кожа как бы нежная. Но вроде как бы по коже, кожа не задета. Но это вырвано уже 100% вот этими вот нюансами. Так, в целом кожа в хорошем состоянии. Здесь тоже. Здесь, ну, по карте дверей я показал. Заломов на этих проемах нет. Это очень хорошо. Ну да, бампер тут в замене, конечно. Надо посмотреть, что там есть. Там портоники какие-то, да. Да. Какая-то электрика есть тоже. Так, ну давайте уже глянем. Ага. Ну, может быть, верхнюю часть там и получится что-то взять. Какие-то решетки. Придется что-то все равно докуплять. Это факт. Главное, чтобы там все было с коробкой хорошо от заваленного этого колеса. Так. Здесь чуть отошло. Ну, в принципе, очень хотел бы вам ее завести, но заводить не буду. И это и правильно. И хозяева попросили новые не заводить ее. Я думаю, это правильно. Так, есть еще вот так вот чуть-чуть обдерто. Тоже надо будет чуть-чуть поухаживать. Ну, торпедка. Все отлично. Я думаю, что тут даже аккумулятор еще и вдобавок сел, потому что долго ехала, 45-ка, море, влага. Я уверен, что она не выдержала. Это 100%. Ну, собственно говоря, что? Ага. Так, ребят, так. Шаленый пацан, бля, вы. Надо было, чтобы я делал, ну ладно. Так, ну что? Вот. Загрузили мы Мазду, я вам больше могу показать. По этому автомобилю. Резвенько ты съехал, ну нормально. Так, ладно. Сейчас, погодите, мне ж тут надо все. Опа. Вот оно открыто. Ага. Слушайте, даже крепление целое по фаре, это очень радует. Еще раз я сюда возвращаюсь, хочу еще раз внимательно посмотреть и показать. Ну что, не критично, ларжерон не ушел, небольшая вмятина, можно выстучать, можно вообще просто подкрасить, да и все, ничего не делать. То есть и усилитель чуть-чуть внизу, а здесь даже крепление не слетело, это очень радует. Так, все, убедился я здесь, все, здесь мы. Опа! Еще один нашли болтик. Покладем его сюда. Итак, ребята, заканчиваю наш мини-обзор на нашу Toyota Prius, которая едет под заказ в город Черкасы новому нашему владельцу. Я думаю, что мы останемся довольны. По ларжерону вы уже увидели. По ларжерону вы уже увидели, как бы, проблем здесь особо сильных прям нет. Да, это крыло. Ну чуть-чуть. Но я думаю, даже не ушел. Так, ну и по колесу тоже надеюсь, что закончится это заменой полуоси и рычагами. Там стойки стабилизатора, это уже мелочок. Проверяем машину. Проверяем дотошно. Опа. Так. Ну, я думаю, что
здесь будет все хорошо. Почему? Потому что здесь был, если не ошибаюсь, или один, или два хозяина, по-моему, один. И два ДТП. Одно вообще незначительное. А другое... Ага, 46, все, нормально, это неровно становится. Так, иногда я по второму разу проклацываю, потому что, ну, клацаю быстро. В принципе, прибор это позволяет делать, но у нас, как всегда, тот уезжает, там уже надо принимать. Отлично, отлично, проемы. 46, 68. Вот тут вот неудобно. 43, отлично. Двигаемся дальше. Так, так, так. Я всегда это показываю, почему? Потому что это в целом уровень. Так, тогда пластик нам он, опа, не поможет. Так. Я проклацываю по какой причине? По той причине, что мы выбираем 1-2 хозяина, чтобы было. Одно ДТП, ну максимум 2 с небольшим первым, чтобы, когда вы берете автомобиль по второму, ну, ДТП, да, или там еще, как бы вы даже не знаете по какому, то то, что вы видите, это одно, а то, что вам потом приходит, и вы проклацываете, и вы понимаете, что первое одно ДТП или 2 ДТП, а то и больше, ну, как бы оно имело очень большой урон. Так. Это дверка крашена. Кстати, забыл показать. Плафон по бокового зеркала разбит. Крыло так заменено, но мы его все равно проклацаем. Оно чистое. Ну, в смысле чистое, поняли. Не билось. Так. 46. 60. 52. Здесь у нас полный порядок. Опа, крыша. Проем. 85, 97, 96, 102, 77, 83, 80, 86, вообще, 87. Так, одна дверка, ребята, вот он уровень подбора, чтобы вы понимали. Когда вы клацаете на каких-то ботах, заказываете по ботам машины, вопрос какой? Откуда вы знаете, что там на этих машинах, сколько там было хозяевов и сколько там было ДТП. Первый наш опыт с Америки, мы привезли за копейки Toyota Camry 14 года, а оказалось, что на ней потом было ДТП 4 штуки, и там и кузов чуть-чуть поведен был, и то, и мы с ней намучались, и в итоге она так и осталась у нас как техничка. Мы ее даже не стали продавать. То есть, поэтому заказы по ботам, не понимая, что конкретно вы везете за автомобиль, это довольно-таки огромные вопросы. Мы с нашим опытом, и то имеем какие-то подводные камни и проблемы. Хотя выбираем вот один хозяин, одно ДТП, и все равно какие-то нюансы могут быть. Почему? Допустим, бывают ДТП, которые не регистрировали, да, решили на месте, и все. Они не будут в отчете. Основном тоже есть как бы моменты, несмотря на полную историю Карфакса и так далее. Все, заканчиваю наш прекрасный обзор. Примусу, конечно, хотелось бы его завести, но это не рекомендуется. Был у нас опыт, машина была с одними повреждениями, в итоге приехала, был пробит поддон масла, машину лобали, в итоге получились проблемы потом. Поэтому лучше сразу это делать на СТО. Все, заканчиваю нашу эпопею с Тойотой.